Ездить в Североморск теперь будет определенно комфортнее. Но чтобы вождение по дорогам Заполярья стало еще более безопасным, региональный Минтранс призывает автолюбителей из Мурманской области сменить летнюю резину на зимнюю. Рекомендации связаны с возможным ухудшением дорожных условий. В некоторых районах Заполярья начинает выпадать снег. Температура воздуха колеблется от минусовых значений до незначительного потепления. На асфальте возможно образование наледи, что существенно снижает уровень сцепления шин с дорожным полотном. Автовладельцев призывают в целях обеспечения безопасности дорожного движения не откладывать на более поздние сроки замену летних шин на зимние. Водителям рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом, а также выбирать пониженный скоростной режим. Круглосуточно работает диспетчерская «Мурманск-Автодора».